Здравствуйте, видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, номер 91. Сравните указанные величины, сделаем третье задание. Величины времени, промежутки времени. Чтобы их сравнить, надо вспомнить перевод единиц временем. Задание А. 7 часов и 700 минут. Переведем часы в минуте. В одном часе 60 минут. В 7 часах 420 минут. 7 умножить на 60 будет 420. И 700 минут. 420 минут меньше, чем 700 минут. Значит, ставим знак «меньше». Б. 300 минут. И 5 часов. И опять переведем часы в минуте. В одном часу 60 минут, в 5 часах 5 умножить на 60 будет 300 минут. И 300 минут, то, что у нас стояло слева, это одинаковые или равные величины. В. 270 секунд и 4 минуты 20 секунд. Переведем минуты в секунды. В секунды. В одной минуте 60 секунд. В 4 минутах будет 60 умножить на 4 – 240. И еще 20 будет 260 секунд. 270 секунд больше, чем 260 секунд. Ставим знак «большим». И Г. 3 часа 15 минут. Переведем минуты. 3 часа. В одном часу 60 минут, 3 умножить на 60 будет 180, и еще 15 будет 195 минут. И 195 минут равные величины. Ставим между ними знак «равно». Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.